Так, сегодня попробую сыграть несколько рождественских песен, которые я немножко репетировал. И все равно что-то плохо получается. Гармошка ля мажор. Ну, конечно, буду лажать. Так, попробуем. Я сбиваюсь. Не могу. Так, ну ладно, наверное, последнюю песню. Песня называется Angels We Have Heard on High. Ну или как-то так. Я не помню, как играть сейчас. Называется то ли Ding Dong Merrily on High или как-то так. Ну, тоже неправильно я ее сыграл. Ну, что-то какие-то проблемы с ритмом, с запоминанием, не знаю. Наверное, песню нормально сыграть, даже самый там простой.
Так. Еще надо вспомнить. Сейчас я себе поделаю. Away in a manger. Green sleeves. Green sleeves. Тоже я не купил, не знаю, что с ним. Ничего не знаю. Лучше не буду. Так, online design. Тоже я не знаю, но мне нравится. Не знаю, эта мелодия, короче, мне нравится, нравится мне эта песня, Банзайн. Еще есть песня Бензайн, она меня... По второму второй раз уже все никак не подготовился. Я уже давно нормально не играл на гармошке, так чтобы что-то репетировать, играть.
Да, лучше, конечно, посидеть, поиграть одну песню, сделать записи, все. Там будет немного лучше. Так, еще раз. Так, Джой Ту Ду Ворлд, но я не знаю ничего. Ничего нет сейчас. Так, Go Tell It on the Mountain. Да, мне нравится, там есть записи на ютубе хорошие. Этой песни еще раз Гаудете я попробую по табам, может быть, меньше выразили. Гаудете, кстати, ноты. Так, сейчас еще. Может быть, у меня выложит запись нормальная. Так, прослушать еще песню. Сейчас. Thank you.
Ну ладно, в общем, может потом записи нормальные надо сделать и все. Хорошо.